В этом выпуске мы расскажем вам о фестивале моды «Льняная палитра», зачитаем то, что писали о Льве Толстом дореволюционные ивановские СМИ, покажем главный символ музея камня и вспомним, как связан с нашим краем народный художник Илья Глазунов. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире авторская передача «Культурный слой» и я ее ведущая Любовь Почерникова. В эти дни в нашей области проходит российский фестиваль «Плес на Волге. Льняная палитра». Это знаковое событие в мире моды состоится на Ивановской земле уже в 12-й раз. В чем секрет долголетия фестиваля, узнаете из нашего выпуска. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Четкий шаг, хорошая осанка и многочисленные репетиции день за днем. На подготовку к фестивалю уходит практически полгода. На этот раз организаторы вывели моделей на улицу. Не каждое помещение позволит развернуться на длину подиума в Плесе, который в этом году равен 35 метрам. Чем он больше, тем как бы виднее коллекция. Тем больше народу увидит. Когда маленький подиум, и зрителей-то около него меньше гораздо. Длина подиума за время фестиваля менялась не раз. И это своего рода вехи в истории льняной палитры. Первый фестиваль – это был дебаркадер. Потом мы перешли на площадь, на торговую. Сегодня мы выходим на набережную на фоне Волги. Тоже новый подиум, 35 метров. Это длинный подиум. Сегодня на улице вы видели. Девочек впервые выставили на этот метраж, и они стали уставать. Полина Теткина отдала модельному агентству почти 10 лет. Рассказывает, ритм, в котором обычно проходит фестиваль, сумасшедший. Прически, примерки, макияж. Но каждая девушка при этом хочет показать и себя, и костюм во всей красе. Если проникаешься образом, если ты уже внутри коллекции и чувствуешь музыку, чувствуешь подход дизайнера, чувствуешь его задумку, тогда дефиле удастся. Не меньше, чем модели, к фестивалю готовятся и дизайнеры, причем волнуются, как правило, гораздо больше. Дарья Кабанова принимает участие в льняной палитре уже второй раз. Она создала коллекцию из домотканого льна, чтобы доказать, что в этой одежде можно ходить и сейчас. Очень многие люди боятся даже приобретать изделия из льна, а у нас есть технология. То есть у меня и у моей сестры у нас есть технология, мы обрабатываем лен, и с помощью наших технологий он уже не усаживается. То есть это большой шаг вперед. За 12 лет фестиваль существенно повзрослел и принял хорошую форму. Доказательством тому статус «Национальное событие года». Кроме того, появилась общая для всех коллекций тема «Национальный стиль в современной одежде». Это новое понимание художниками своего творчества. Но секрет долголетия фестиваля кроется не только в его самобытности. Мы настолько всегда хотим, чтобы этот фестиваль, это действо было прекрасным, чтобы люди себя чувствовали в нем комфортно. Нам самим так интересно этим заниматься, что это обеспечивает долголетие. И что бы ни происходило в экономике, в стране, в политике, где угодно, но только Волга из берегов не выходила, а так я считаю, что все способствует тому, и главное желание для того, чтобы это жило. Преградой для проведения фестиваля не становились ни сильнейший ливень в день показа, ни масштабное отключение электричества в Плесе. И даже отчаливший от берега дебаркадер с музыкантами сейчас вспоминают с улыбкой. Коллекционировать можно все, что угодно, даже газетные вырезки, например, посвященные одной теме или даже личности. Музей имени Бурыльна располагает уникальным собранием, в котором есть в том числе и выдержки из дореволюционного ивановского листка. Иваново-Вознесенский фабрикант и меценат Дмитрий Бурылин приобретал самые разные коллекции для своего музея. Так в Иванове оказалось собрание газетных вырезок, посвященных Льву Николаевичу Толстому. 19 объемных папок, а это около 10 тысяч вырезок. Бесценный материал, собранный петербургским коллекционером Николаем Порфирьевичем Клишевичем, помогает понять личность великого писателя. В одной из газетных заметок, например, пишут о том, почему Толстой не любил художника Василия Верещагина. Оказывается, он узнал о том случае, когда Василий Верещагин был на русско-турецкой войне, делал набросок батальной сцены, и у него не получался эпизод, такой маленький фрагмент повешенного пленного турка. Офицеры взяли и пленного турка повесили в
при Верещагине. Лев Николаевич очень возмущался этим бесчеловечным поступком и сказал, что художник Василий Верещагин для него не существует. Интересен и другой пример из жизни Льва Толстого. Лев Николаевич Толстой в Туле увидел, как городовой тащит пьяного безобразника, как было написано в газете. Он остановил и сказал: «Неужели вы не читали Евангелие? Вы должны относиться более милостиво к ближнему». На что городовой ему ответил: «А вы читали инструкцию городового?» «Нет», — сказал Толстой. «Вот почитайте, а потом получайте, Лев Николаевич». От Европы до Китая эти вырезки были сделаны из 500 различных газет и журналов. СМИ описывали, что и как делал Лев Толстой. Ну а центральной темой оказалось осознание трагедии, что из жизни ушел такой великий человек. Рассказывается о том, как один из финнов встретил даму, которая каталась на лыжах. Он подошел и сказал, и спросил: «Вы катаетесь на лыжах?» Дама сказала: «Да, а вы не знаете, разве сегодня скончался, сегодня похороны Льва Николаевича Толстого, а лыжи – это все-таки удовольствие». То есть вот такой тонкий подтекст, что мир должен скорбить, и даже лыжи, вот как развлечение, они не дают понять, осознать. Или еще такой случай, когда финский рабочий пришел чинить стол в одну русскую семью, увидел там граммофон, удивился, он сказал: «Неужели вы будете слушать музыку?» Хозяйка ответила: «Нет, что вы, мы 9 дней отмечаем траур по Льву Николаевичу Толстому». Специалисты предполагают, многочисленные вырезки собирали разные люди из разных городов и стран, а Николай Порфирьевич Клишевич скрупулезно сортировал их с указанием даты и места выхода издания. Сбор этих вырезок начался в ноябре 1910 года, когда скончался Лев Николаевич Толстой, и продолжались они до 1916 года и содержат огромный объем самого разнообразного материала. Ивановские СМИ тоже не обошли стороной кончину Льва Николаевича Толстого. Это событие воспринималось по-разному, от сострадания до порицания личности классика. Не стало исключением и наш Иваново-Вознесенский, вернее, такое несколько одиозное издание, как «Ивановский листок». На протяжении нескольких номеров в этой газете, которая считалась тогда достаточно такой реакционной в городе, такой промонархических взглядов, на протяжении трех номеров разбиралась, почему же Лев Николаевич Толстой не столь знаков и значим для развития общественной мысли и литературы. И публиковались в том числе и стихотворения. И вот я хотел бы прочитать такое стихотворение, фрагмент, который называется «Недобрые памяти Толстого». Толстой со смехом издевался над светлым образом того святой, кто кровью обливался за искуплением его. Или, как, например, о чем говорят в городе на смерть Льва Николаевича Толстого, нашем Иваново-Вознесенске. Говорят, что вот местные поклонники Толстого, они готовы на место икон поставить портреты Толстого и молиться ему как своему Богу. И вот этот корреспондент этой газеты пишет: «Горе будет Руси православной, если толстовцы будут находиться у кормила власти». Дмитрий Бурылин уважал Толстого и мечтал лично познакомиться с Львом Николаевичем. Он пробовал сделать это через письма. Из Ясной Поляны пришел ответ. И после этого Дмитрий Геннадьевич Бурылин стал переписываться с семьей Толстых. А в ноябре 1908 года по приглашению, пришедшему из Ясной Поляны, побывал там и имел личную беседу с Львом Николаевичем. И впоследствии он записал, что это были самые счастливые минуты его жизни. На протяжении часа 20 минут он общался с великим писателем. Сохранилось 24 письма, написанных рукой Софьи Андреевны. Есть в коллекции музея первое издание произведений писателя и 4 его автографа. Пожалуй, самый ценный экспонат – это запись в книге отзывов, которую Дмитрий Геннадьевич Бурылин возил в Ясную Поляну, и где Лев Николаевич лично написал: «Желаю успеха устройству читальни для жителей Иваново-Вознесенска». Подпись: «Лев Толстой, 7 ноября 1908 года». А Софья Андреевна подписала дальше: «Охотно присоединяюсь
к мнению Льва Николаевича и сочувствую доброму делу Софьи Толстой и Ясной Поляны. После встречи с Львом Николаевичем Бурылин присылал в Ясную Поляну отрезы ткани. Толстой и его супруга одаривали ситцами крестьянских ребятишек. А при библиотеке в музее была создана толстовская комната, где Бурылин хранил материалы, связанные с великим писателем. На этот раз мы поведаем вам историю экспоната из Ивановского музея камня. Его символом и главной достопримечательностью стал многоцветный минерал, который нашли на Кольском полуострове неподалеку от города Кировск. Много лет назад сотрудники Ивановского музея камня отправились в экспедицию на Хибинские горы и обнаружили там увесистый камень, который представляет собой целый конгломерат минералов. Здесь можно увидеть бордовый эвдиалит, черный турмалин, зеленый апатит и ряд других минералов. Они образовались, когда остывали все расплавы. При разных температурах выпадают, оседают сначала одни минералы, образуются, а другие. То есть в зависимости от температуры, от давления, от других условий получается вот такая смесь самых разных минералов. Эвдиалит в природе встречается не так часто, поэтому минерал стал настоящим украшением коллекции. Его представляют на всех выставках, в том числе и выездных. По форме камень напоминает голову медведя, а черные прожилки турмалина похожи на некие древние письмена, кем-то некогда начертанные. Сам по себе очень красивый, он бросается сразу в глаза, он большой, он тяжелый. То есть все дети, которые к нам приходят на экскурсии, все посетители, они в первую очередь, конечно, подходят к нему. Он у нас стоит открытый, его можно потрогать. Чтобы доставить этот экспонат в музей, одному из участников экспедиции пришлось нести его в рюкзаке несколько десятков километров. Вот такая история. Заниматься творчеством можно и нужно в любом возрасте. Научиться работать даже в такой сложной технике, как акварель, можно не только в художественной школе. Подтверждением тому наш следующий материал. Волшебство какое-то, не иначе. Когда всего за 2-3 часа на совершенно белом листе бумаги вдруг появляются райские птицы и удивительной красоты цветы. Мастерская сказки, не иначе. В королевстве совы не только рисуют, но и создают своими руками изделия из глины и даже плетут гобелены из свежих трав и цветов. Вся наша мастерская настроена на то, чтобы человек пришел и, не думая, просто сел и создал шедевр. Потому что я верю в то, что в каждом из нас есть гений. Он внутри, этот творец. Вот. Иногда спустя годы мы забываем про него, закапываемся во всякие бухгалтерские дела или какие-то иные, куда нас направила жизнь. Вот. Но на самом деле он есть. Делать яркие работы ученикам помогает опытный педагог Елена Поспелова. От нее не получится скрыть ни один неверный штрих. У нее к каждому есть свой подход и к детишкам, и ко взрослым. Все у всех получается с первого раза. Сама была свидетелем, как маленькая девочка пришла, первый раз начала рисовать и сделала прекрасную работу. Чтобы получился многослойный акварельный рисунок, сначала нужно наметить на бумаге чертания будущего цветка. Нажимать на стержень сильно не надо. Когда эскиз готов, необходимо стереть все ненужные, слишком яркие линии, чтобы из-под краски не выглядывал простой карандаш. Только теперь можно приступать к нанесению первого, самого светлого слоя краски. Основные секреты какие, да, для новичков, что должны они учитывать, чтобы рисунок все-таки получился? Ну, это скорее даже не секреты, а просто такие небольшие правила, которые должны соблюдаться. Мы должны рисовать линию четко, ровно и никак не прерывать ее, иначе, когда у нас будет очень-очень много линий, мы запутаемся и не будем знать, какая из них верная. Также мы не должны очень жирно рисовать по нашему листочку, потому что если вдруг мы что-то сделали неправильно и должны стереть эту линию, жирная линия не сотрется. Это все для начала. Ну, еще мы стараемся не крутить листок, потому что когда мы его крутим, мы теряемся в пропорциях и уже тоже неправильно начинаем располагать линию. И когда мы рисуем второй слой, мы стараемся не добавлять настолько много воды, как добавили вы, потому что у нас все наши плавные линии, они уже слились в одну массу. Ясно. Да, сложная задача на самом деле. То есть сейчас у нас много воды, мы чуть-чуть убираем воду от тряпочку, снова берем краску и рисуем самым кончиком кисточки. Прожилочки. Да. Одной линии стараемся делать, не елозить. Это, мне кажется, очень сложно. Сложно, но это все дело привычки.
На самом деле рисовать, не отрывая кисть от бумаги, оказалось очень непросто. И у меня это получалось далеко не всегда. Не стоит забывать, что акварель – самая сложная техника, потому что не поддается исправлению. Нужно четко знать, что и как предстоит делать еще на этапе эскиза. И сейчас мы добавляем более яркий слой в глубине. Угу. Тоже краской? Да. Так, можно водичку. Добавить капельку сиреневого. Так. У нас сиреневый уже даже есть на палитре. То же самое на всех лепесточках? Да. От серединки стараемся вести. Потому что если мы будем вести не от середины, а наоборот, не от серединки цвета, а от серединки лепестка, то у нас получатся жирные линии. Сразу мы обращаем внимание, что у нас есть сиреневый такой цвет, рисуночек на наших лепесточках. Поэтому мы сейчас берем сиреневую краску. Но мы рисуем не чисто сиреневой, а все равно ее так хорошенько смешиваем с розовой. И показываем маленькими-маленькими черточками, кончиками нашей кисточки, рисуночек. Хорошо. В принципе, на этом наш цветочек закончен. Да? Можно еще чуть-чуть показать серединочку, потому что подсохло, не видно. И дальше мы переходим к затемнению стебелечка под нашим цветком. Правильно говорят, совершенству нет предела, и учиться чему-то можно всю жизнь. А самое главное, следует помнить, что начинать никогда не поздно. Невосполнимая утрата. Ушел из жизни народный художник России Илья Глазунов. Его кисть запечатлела и наши волжские пейзажи. В советские годы ивановцы смогли увидеть его выставку. Народу на ней было так много, что даже появилась расхожая фраза «как на Глазунова». Такого ажиотажа, как на Глазунова, музея не было, пожалуй, никогда. Эта выставка запомнилась многим. Очередь стояла по нашей ограде буквально, и пуговицы летели. Просто, ну, это немыслимо было тогда попасть на эту выставку, отстаивались очереди, и люди стремились как можно дольше походить, посмотреть, потому что, естественно, подобное искусство они видели впервые. Перед открытием экспозиции прошла закрытая пресс-конференция, на которой не было СМИ. И он говорил настолько откровенно, и такие вещи, которые мы решили только на закрытой конференции, он скажет это. Вот. И я помню, как все присутствующие не знали, как отреагировать, и смотрели на выражение лица секретаря обкома по пропаганде и принимали мгновенно то выражение лица, которое они прочитывали на нем. Вот, у него, вернее. И вещи были такие странные, очень непривычные. Он критиковал Тарковского за Рублева. Он критиковал Игоря Таланкина за Чайковского. И он обосновывал, почему. А многим раньше Илья Глазунов приезжал в нашу область, чтобы полюбоваться красотой тех мест, где жил и творил Исаак Левитан. Во время учебы он проехал по Волге и Кинешму, и там, и Углич. Ну, волжские вот эти все места он посетил, и он, его отзывы о Левитане вообще потрясающие. Кроме того, после учебы Илья Глазунов получил распределение в Ивановскую область, в художественное училище. Приехал, а место педагога, предназначенное для него, было уже занято, и он счастливо уехал. Людмила Воловенская вспоминает, когда художник приехал в Иваново, пришлось снять всю действующую экспозицию, но прежде Глазунов ее осмотрел. Получилось так, но я должна была отвечать на какие-то вопросы, его интересующие, но он мне провел экскурсию и очень в этом смысле повлиял на многие мои, в общем-то, такие точки отсчета. Вот, я помню, как у вдовушки он, ну, я говорю, вы знаете, это первый вариант, и он считается лучшим вариантом, а он мне так скептически отметил, что лучший, но это бытовой, говорит, вариант. Он блестяще знал коллекции Русского музея, Третьяковки. А ведь Федотов стремился к идеалу. Потом, значит, он как вкопанный становился у Нефедова раннее утро. Вот у нас есть она в экспозиции. И воскликнул, он был очень экспрессивный, воскликнул: «Кто этот гений?
Но я ему рассказала, что это ивановский художник, был репрессирован. И он сказал интересную вещь. Да, его сломали репрессиями, то есть прервалась какая-то вот эта связующая со старой культурой нить. Но, говорит, этот художник обязательно будет известным, сказал он, увидев только одну вещь. И прошло много лет, и буквально в 2005 году именно Нефёдов был отобран на Европалию, на международную выставку русского искусства и имел большой успех. Кроме того, Илья Глазунов стал разработчиком проекта музея в Палихе. Однако предложенный вариант не понравился, и этот замысел так и остался на бумаге. А жаль. На этом все. Очередной выпуск передачи «Культурный слой» смотрите ровно через 2 недели. До новых встреч!